Казанский федеральный университет с визитом посетила делегация Французского института нефти или по-другому IFEP. Это независимый институт, проводящий фундаментальные и прикладные исследования для нефтегазовой и автомобильной промышленности. В марте 2015 года КФУ и Французский институт нефти заключили соглашение о сотрудничестве. Оно предполагало развитие совместной научной деятельности, реализацию исследовательских проектов, рассмотрение возможностей обменных программ для студентов и аспирантов и многое другое. Делегация имела возможность оценить оснащение лаборатории Института геологии и нефтегазовых технологий, а также Химического института имени Бутлерова. Оснащение лаборатории Казанского университета находится на очень высоком уровне, отметили гости. Основная цель нашей поездки – узнать больше о Казанском университете. Нас очень впечатлило ваше новейшее оборудование. У вас очень хорошо оснащены лаборатории. На данный момент у нас уже есть договора о совместном сотрудничестве. Например, студенты КФУ приезжают к нам в IFEP на короткие курсы. Особый интерес делегация проявила к созданной в КФУ модели нефтяного месторождения с применением методов нейросетевого моделирования. 21 марта состоится круглый стол, где гости смогут пообщаться и обсудить проекты с сотрудниками Казанского университета. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз.